Давным-давно в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуй-Нигири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуй-Нигири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик Кирип. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. На одной свадьбе он увидал Магуй-Нигири, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кириба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Проси мою руку у отца, и он сыграет нашу свадьбу на свои деньги. Нет, милая Магуй-Нигири, я положил зарок на свою душу. Обещаю 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство. Но если ты в назначенный день не вернешься, то я сделаю с женой Куршут-бек, который давно уж за меня спал. Пришел Ашик-Кирип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник, это Куршут-бек. Куда бы ты ни шел, я твой товарищ. Плыви вперед, а я за тобой последую. О, всемогущий Аллах! Куршут-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис. Твой сын утонул в глубокой реке. Вот его одежда. В невыразимой тоске мать стала обливать одежды жаркими слезами любимого сына. Мой сын утонул, ты свободна. Не верь, это все выдумки Куршут-бека. Слава Ашик-Кирибе разнеслась повсюду, и в песне он славил свою дорогую Магуй-Нигири. Посыпалось к нему серебро и золото, и сделался он очень богат. Срок истекал, прекрасная Магуй-Нигири стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиса 40 верблюдами. Возьми ты это блюдо и объяви, что тот, кто признается моему блюду хозяину, получит его. Увидел Ашик-Кирип золотое блюдо в лавке тифлисского купца. Это мое! Твоя Магуй-Нигири велела тебе сказать, что если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого. Аллах всемогущий, если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать. Аглан, что ты хочешь делать? Хочу умереть. Садись же на моего коня и говори, куда тебе нужно ехать.
А Шик-Кириб сказал всаднику, что если он будет рассказывать, что в один день поспел в Тифлис, то ему никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство. Если не станут верить истине слов твоих, то вели привести к себе слепую. Помажь ей глаза этой землей, и она увидит. Анна, отвори, я Божий гость. Как тебя зовут? Ашик-Кириб. В эту ночь Магуни-Гири должна была сделаться женою Куршун-Бека. Она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на его ложе. Я узнала, милый мне голос. Как же ты мог в такое короткое время проехать великое пространство? В доказательство истины приведите мне слепую, которая бы 7 лет уже не видала света Божьего. И я возвращу ей зрение. И мать его прозрела. И Куршун-Бек уступил ему безмолвно прекрасную Магунь-Нигири.